Привет всем! Сейчас специально для канала «Все о стиральных машинах» и для сайта mashmaster.ru я расскажу вам, как отстирать штрих-корректор с одежды. У любого, наверное, сейчас есть такой штрих-корректор, который активно используется как детьми, так и взрослыми, и могут на нем оставаться вот такие белые пятна, которые просто так не отстирать с обычными моющими средствами, да? Например, если штрих уже очень давно застыл, то нужно применять другие средства. И нужно почитать состав этого штриха, потому что именно от состава зависит то, как нужно стирать наш корректор. И основы бывают разные, и, конечно же, отлично будет, если основа будет водная. В этом случае мы просто берем вещь и кладем ее в какую-то емкость с водой и любым моющим средством. Это может быть обычный мыльный раствор, да, с добавлением, например, жидкого мыла, либо порошка, либо геля. В общем, любой мыльный раствор мы помещаем нашу испачканную в штрихе вещь на 20 или 30 минут, и затем можно просто постирать ее в машинной стирке при обычном том температурном режиме, при котором вы стираете ту или иную вещь. Далее, если состав штриха у нас на спиртовой основе, тогда нам нужно какое-то спиртосодержащее средство, неважно, что это будет, спирт, водка, либо одеколон, ну, можно брать любой, например, парфюм. Что мы делаем? Мы берем ватный диск, наносим на него спиртосодержащее средство и начинаем просто-напросто наше пятно убирать. И с прикосновением спирта оно обязательно смоется. Далее, есть еще одна основа у штрих-корректора. Это на основе растворителя. И, конечно же, его сложнее всех убрать. Для этого нам понадобится ацетон. Ацетон поможет нам избавиться от пятна. И ацетон можно достать, например, средство для снятия лака на основе ацетона. Мы также берем любой ватный диск, вату, наносим его и начинаем также стирать. И лучше всего и с внешней, и с внутренней стороны, и штрих обязательно у нас уберется. Я надеюсь, это видео было вам полезно. Оно было снято специально для канала «Все о стиральных машинах» и для сайта mashmaster.ru. Обязательно подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Всем пока!